Здорово, народ! Сегодня я делаю обзор на молочно-шоколадный десерт суфель и конфеты в шоколадной глазури «Птица дивная». Вот так вот. Вот такая конфета. «Птица дивная». Конфета в шоколадной глазури. И молочно-шоколадный десерт суфаэль. Тыр-пыр, 8 дыр, продолжаем. Вот так вот. Ну что, будем оценивать, пробовать и оценивать еще раз. Вот какая-то такая упаковочка. Конфеты в шоколадной глазури. Птица дивная. Вот поближе еще. Вот такой. Фирма Аконт. Фирма Аконт. Да, я не ошибся. И то же самое. Фирма Аконт. Молочно-шоколадный десерт суфаэль. Ну что, приступим, что вкуснее, а что нет. Вот так вот. Давайте, ребята, смотрите. Так, вот. Давайте начнем с молочно-шоколадного десерта. Вот такая, вот такой молочно-шоколадный десерт. Не подумайте, что это котлета. Вот так вот. Ну давайте сейчас. Вот такая молочно-шоколадный десерт. Вкуснятина. Вкусно. Сейчас еще раз пробую. Ладно, пока отложим. Теперь откроем конфету. Шоколадной глазури «Птица дивная». Давайте попробуем, что там такое. Нам положили пакетик. Вот. Вот такая. Ну это по-другому птичье молоко. Вот. Если вы знаете. Да все знают. Че я туплю? Тыр-пыр, 8 дыр. Давайте пробуем тоже. Итак, вы тоже можете что-нибудь сбегать в магазин, купить какие-нибудь конфеты и с чаем попить. Угу. Ну, давайте. Сбегайте в магазин. И еще раз пересмотрите меня. И тоже купите какую-нибудь шоколадную конфету себе. Давайте пробуем. Руки заборол. Шоколад тает. Ну что? Одна фирма, значит. Значит, это что-то. Так, суфаэль попробуем еще раз. Ну понял, вроде как бы одинаково вкусно. Вкуснятина.
Что поели нормально. Это наш фирмани хорошо лучше делал. Эти конфеты я не купил. У меня просто завалялись в ящике. Вот я решил снять обзор. Получается, что одна фирма и продукция, продукт разный. Не могу различить, что вкуснее, что нет. Ну, могу сказать, что суфаэль, он несколько твердый есть. Твердый это. Но очень шоколадный десерт. А птичье молоко. Птица дивная. Оно мягкое. Оно. Это совсем другое. Их даже сравнивать даже не знаю. Можно, не можно. Одна фирма делает вкусно. Ну давайте обоим ставлю по 5 баллов. Не могу различить, что вкусно. И это по-своему вкусно. Короче, сегодня они получают по 5 баллов. Вот. Ну. Положу сыграл на десерт, мне что-то больше нравится там. Твердое есть что-то. Как бы. Твердое покрытие какое-то. Мучное. Так что я ставлю птице дивное 5 баллов. А суфаэль мне побольше понравилось. Тогда суфаэль я ставлю 5 баллов, запятая и 7 десятых. Вот так. Мне больше понравилось. Вкусно. Ну что, ребята, был вот такой обзор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, палец вверх. Вот, буду что-нибудь выкладывать опять. И кстати, мне сказали, что я очень... Сказали, что поинтереснее что-нибудь там это, снимал видео, а то как-то немного скучно было. Вот я веселюсь, пробую, вам помогаю выбрать, что вкуснее. Так что подписывайтесь на канал Ефимов Валерьян, ставьте палец вверх. Всем пока. Удачи!